Во дворце искусств ни одного свободного места. 700 самых талантливых мальчишек и девчонок собираются на новогодний праздник. Все они отличники в учебе и спорте, победители олимпиад и творческих конкурсов. 2022 стал для них годом личных побед и достижений. По доброй традиции разделить с ребятами новогоднее настроение приезжает руководство города. В адрес юных зрителей звучат теплые поздравления и самые искренние пожелания. Развивать таланты, оттачивать способности, преодолевать трудности. Ведь большие победы складываются из маленьких достижений. Не обходится без благодарностей и сладких подарков. Уважаемая Виктория Анатольевна, спасибо вам за подарки. И мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. И дарим вам эту елочку. Наступает время сказки. Образцовый музыкальный театр «Слуги трех муз» представляют волшебную историю о Щелкунчике. На сцене Дворца искусств любовь, дружба, испытания и, конечно, победа добра над злом. По-настоящему новогодняя мистерия. Дети – наше будущее, и акция «Наши дети» предназначена прежде всего для них. Пусть это новогоднее мероприятие принесет им радость, успех, подарит улыбки, хорошее настроение и, самое важное, внимание, которое они всегда ждут в преддверии этих новогодних чудес. Счастливые детские глаза, горящие в ожидании чуда, и Дед Мороз со Снегурочкой, которые любую сказку могут сделать былью. Ребята с удовольствием участвуют в конкурсах, отгадывают загадки, много танцуют и искренне переживают за прекрасного принца, которого заколдовала злая Мышильда. Сказка понравилась? Да. А что тебе больше всего впечатлило? Когда мы танцевали. Если бы ты была доброй волшебницей, что бы ты сделала? Я бы сделала так, чтобы все на земле были счастливы. Сегодняшнее представление мне понравилось многим. Хорошей сказкой, хорошим концом, красивым выступлением и конфетами. А ты уже попробовал конфеты? Нет, еще не успел, но я уверен, что они будут очень вкусные. Как у тебя настроение? Прекрасно. Что ты ждешь от праздника? Незабываемых эмоций. Если бы ты была доброй волшебницей, что бы ты пожелала всем? Хорошего настроения, чтобы ни у кого не было бед. Благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране с середины декабря. За это время не только долгожданные подарки, но главное – тепло и заботу получат свыше 3000 маленьких белорусов. Марафон добра уже больше четверти века согревает детские сердца, дарит хорошее настроение и веру в чудо. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.